Текст Алексея Гридина о потерянном телефоне. Студент третьего курса Женя Лесневский не собирался красть мобильный телефон. Он ехал в маршрутном такси. И когда девушка в розовой куртке вышла на проспекте Победы, он, пересаживаясь на ее место, увидел мобильный телефон на сиденье. Конечно, можно было крикнуть: «Остановить эту растяпу!» Но почему это вдруг он должен о ней заботиться? Нет уж, пускай таких жизнь учит. Лесневский, увидев чужой мобильник, не задохнулся от радости, как какой-нибудь стяжатель, который в жизни стремится урвать кусок потолще и послаще. Он равнодушно повертел телефон в руках. Монохромный дисплей, дешевенькая модель. Покупать такую ерунду он, конечно, не стал бы, но с другой стороны, как не воспользоваться тем, что досталось даром? Лесневский сказал себе, что если девушка спохватится и нагонит маршрутку, он вернет ей утраченную вещь. Даже получается, что он сберег для нее телефон. А если не спохватится, что ж, не выкидывать же его просто так. Лесневский лениво беседуя со своей полусонной совестью, он и сам был задремал и даже забыл о том, что у него в кармане лежит чужой телефон. Очнуться его заставил звонок, тоненький писк, который издавали тщедушные динамики. Лесневский посмотрел на телефон и дождался, когда он стихнет. Разбуженная совесть запоздало заворчала, что не стоило брать чужого, но в эту минуту послышался новый звонок. Писк еще тоньше, еще жалобнее. Лесневский, повинуясь не то безотчетному любопытству, не то благородному порыву, решил ответить звонившему. Едва он нажал на клавишу, как громкий, захлебывающийся женский крик ударил ему в уши. «Танечка, Танечка, скорее приезжай в областную больницу, с Валей беда! Танечка, ты слышишь? Дочка!» Лесневский торопливо нажал на красную клавишу. Звук пропал. Он хмыкнул и со страхом посмотрел на телефон. А что он может сделать? Эту растяпу в розовом теперь днем с огнем не сыщешь. Не ехать же самому в больницу, чтобы искать там какую-то Валю. Телефон вновь зазвонил. И сморщившись, как от боли, Лесневский нажал на клавишу, чтобы совсем его отключить. Телефон затих, зеленый экранчик погас, будто он взял руками что-то теплое сердце и, сдавив его, заставил остановиться. Он вспомнил, как в детстве ловили в пруду лягушек, клали их на берег и переворачивали на спину. Ему казалось, что телефон дрожит в конвульсиях, словно по мертвому телу пробегает последняя судорога. Где-то не работал светофор. Где-то на обочине чинили сломанную машину. Где-то надрывно ревела сирена скорой помощи. И все эти людские беды, которые плотно окружали его, произошли, казалось, только потому, что он положил в карман чужой телефон. Наконец, не выдержав, он решил позвонить женщине, просившей о помощи. Он включил телефон, но на дисплее высветилось окошко для ввода пин-кода, который ему был, понятное дело, неизвестен. Он вздохнул, вновь отключил телефон, и чтобы отвлечься от трудных мыслей, стал методично складывать цифры в номерах проезжающих мимо машины.